Строительство новой школы в Красноглинском районе вышло на финишную прямую. Яркое здание видно издалека. Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории вокруг и заканчивают внутреннюю отделку. Проверить ход работ на площадке приехала глава города Елена Лапушкина. Подрядная организация работает по установленному графику. Мы видим, уже часть помещений отдали под клининг, отмываются, устанавливается мебель. Спортивный зал практически закончен, осталось совсем небольшой объем работы, ну и, конечно, благоустройство. Школа получила номер 68. Уже сейчас приступили к набору педагогического состава. Это новый динамично развивающийся район. Школа востребована, открытие школы ждут не только родители, но и... Очень много поступает звонков от педагогов, от будущих сотрудников школы, поэтому школа... востребовано будет в данном микрорайоне. Строительство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Параллельно на прилегающей территории идет строительство спортивной площадки. С начала следующего года 1200 школьников из окрестных кварталов смогут занять свои учебные места. Мария Левина, Константин Головин. События.